हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। Приветствую вас! Сегодня будет новиночка — крем против покраснений серии Novage. Сказать честно, я его получила, и 2 недели он у меня провалялся. Думаю, наверное, я кому-то передарю, потому что, в принципе, покраснений на коже у меня нет. Да, у меня проблемная кожа, у меня угревая постоянно сыпь, которая не проходит. У меня пигментация на коже. Уже, в принципе, девочка, которой возраст мне уже 38 лет. Но это понятно, что кожа уже себя проявляет, уже идет старение кожи. И этот крем, я думаю, да нет, вроде покраснений нет. Но когда я начала изучать подробнее состав крема, изучать вообще проблему покраснений, выяснил. Исследования Dermatological Social Journal за первый квартал 2018 года показали, что 65% женщин старше 25 лет имеют проблемы с сосудами. Расширенные капилляры на лице косметологи относятся к патологическому состоянию, прогрессирование которого ведет к преждевременному старению кожи из-за того, что она перестает получать питательные вещества в полном объеме. И тут же приводятся фотографии, я начинаю изучать свою кожу. И я вижу, что да, у меня есть угревая сыпь, но я вижу также красные какие-то точечки. Начинаю рассматривать, и да, я поняла, что да, моя кожа не идеальна, и какие-то уже выявляются какие-то капилляры, я это увидела. Также меня удивил тот факт. Как использовать? Используя утром и вечером, после впитывания средств из комплексного ухода. То есть, как я понимаю, что это после дневного ночного крема вы еще локационно где-то наносите этот крем. Я его сегодня попробовала и достала его. Я им буду пользоваться. Следом я нанесла тональный крем. В принципе, на коже, на лице все комфортно. Нет никаких переслоек. То есть, хорош он. С чем он отличается? Консистенция крема. Он имеет желтоватую текстуру, и эта текстура, когда вы наносите крем, она слегка убирает красноту. Этот крем не тонирует, лишь вот такой желтый подтон убирает красноту. Аромат нежный, приятный, он не похож ни на какие крема серии Novage. Что-то приятное, васильковое. Почему-то васильки у меня ассоциации. Ну вот как-то так. Крем против покраснений содержит комплекс экстрактов лечебных растений. Это конский каштан, кипарис и китайский ландыш, которые как раз-таки укрепляют капилляры. Также аллантоин и бисабалол, они ухаживают за нашей кожей, активируя жизненные процессы клеток. Ну и специальный пигмент, который визуально убирает красноту. Экстракт конского каштана – уникальный антипротектор, который быстро укрепляет капилляры кожи и восстанавливает кровообращение. Обладает противовоспалительным действием, укрепляет сосуды, повышает их тонус и способствует сужению. Эсцин помогает снизить выработку фермента гиалуронизады, который разрушает гиалуроновую кислоту. Экстракт кипариса и китайского ландыша быстро снимает покраснение и раздражение, помогает лечению профилактики появления сосудистых звездочек. Ниацинамид B3 увеличивает синтез коллагена, сокращает морщины, выравнивает кожу, осветляет пигментные пятна, снижает сухость, чувствительность кожи сосудистыми звездочками. Аллантоин обладает очень хорошими заживляющими и обезболивающими свойствами, способностью регенерировать ткани, смягчать и увлажнять кожу. Бисабалол уменьшает раздражение на коже, успокаивает чувствительную кожу, восстанавливая липидный барьер кожи. Экстракт кипариса оказывает успокаивающее и регенерирующее действие, ускоряет заживление и уменьшает проницаемость кровеносных сосудов. Обладает антисептическими и успокаивающими свойствами, способностью восстанавливать поврежденные кровеносные сосуды, усиливая их эластичность и прочность. Также арника обладает противовоспалительным средством для ухода за кожей и много-много всего. Подробную информацию я скину на сайт, ссылка, статья на oreoffice.ru. Там полностью этот состав, он расписан. После того, как я прочитала про этот уникальный состав и что он дополняет, усиливает любую вашу серию комплексного ухода, я приняла для себя решение, что однозначно сейчас буду использовать этот крем, ну и покажу, расскажу вам свои впечатления. До того, как стенка капилляра здорова, кровообращение происходит, и сосуды то расширяются,
то сужается в зависимости от физиологического состояния. Нарушение основных функций приводит к расширению капилляров, и они остаются в таком же состоянии. При этом мы увидим какие-то точечки, звездочки, вот, потому что нету оттока крови. И, к сожалению, такие точки очень тяжело замаскировать обычным тональным кремом, потому что они все равно проявляются, а потом в скором времени превращаются в какую-то синеву. Поэтому и предлагаются крема против покраснений для того, чтобы нормализовать работу вот этих вот капилляров, восстановить функции. Я буду пробовать и, конечно же, потом буду вам рассказывать о своих отзывах, о своих впечатлениях. Тем более, это дополнение к тому комплексному уходу, который я использую ежедневно. Это усиление функции. В общем, расскажу вам потом, попозже. Этот продукт стоит со скидкой 1359 рублей. Ну и, конечно же, я рекомендую вам не переплачивать посредникам, брать напрямую у компании по закупочной цене со скидкой от 20 до 32%, участвовать в различных акциях. Если у вас еще нету своего номера, то напишите мне на oreoffice.ru. Желаю вам отличного настроения, хорошего самочувствия, процветания, чтобы ваша кожа становилась более ухоженной с каждым днем. Ну и до скорых встреч. Пока-пока!